Здравствуй, малыш. Это твой первый день. Ты будешь именован как КР-01/138. Мы ждем от тебя великих свершений. Ты родился в опасные времена. Твое остроумие – ключ к спасению. Но в большинстве случаев обрести победу помогут твои прирожденные физические способности. Более того, ты превзойдешь многих своих собратьев. Ведь ты, Командос, солдат элитного и без сомнений лучшего подразделения. У тебя есть оружие, броня, а самое главное – твои братья. На нашей планете Айвы охотятся стаями, чтобы поймать добычу покрупнее. Так и ты, наряду со своими тремя братьями, станет свирепым охотником на страже республики. Теперь прими свою судьбу, примкнув в стае в качестве ее вожака. Примкни к отряду Дельта. Это Дельта-40, ваша опора, безупречный и дисциплинированный солдат. Это Дельта-62, сердце и душа вашей команды. А это Дельта-07, самый свирепый охотник среди ваших братьев. Каждый из вас – часть одной личности. Республика призовет вас на службу, и если понадобится, вы пожертвуете своей жизнью. Сержант, сажайте солдат на корабль! Слету готовы! Корабль на месте! Ну же, группа Б, шевелитесь! Вперед! Пушки сдвиньте к корме! Загружайте патронные снаряжения! Вперед! Вперед! Сэр, на время перелета мы должны разделиться! Но мы встретимся на Геонозисе! Не отставайте, сэр! Геонозис Дельта-38. Приятно видеть, что вас наконец-то отключили от симуляторов. Меня назначили вашим советником. Я стану вашим проводником, пока ситуация не изменится. Или нас всех не убьют. После посадки вам необходимо встретиться со своим отрядом. Дельта-62 где-то поблизости. Ваша первая задача — найти его и объединиться. Ваша основная задача — найти Санфека и уничтожить его. По ходу операции я буду сообщать вам дальнейшие приказы. Удачи, Командос!